Добрий день, з вами бізнес час. У нас у студії Олег Величко, людина, яка займається соціальним підприємництвом. Добрий день, пане Олеже, добрий день, Володимир. Будь ласка, розкажіть нам, що це таке соціальне підприємництво? Ну і про себе. Дякую. Разрешите поприветствовать всю аудиторию вашего телеканала и поблагодарить вас за приглашение. Вкратце, социальное предпринимательство – это бизнес-модель решения определенных социальных проблем. И, например, вот есть международный производитель обуви, Том Шуз, они говорят, вы покупаете у нас две пары обуви, а третья идет бесплатно обездоленным. То есть вы оплачиваете двумя парами обуви, третью. Западноукраинский турклуб Ялынси, он сформировал так бизнес-модель своего социального предприятия, что деньги реинвестируются в развитие оздоровительного комплекса, который они построили и развивают. Наше львовское социальное предприятие «Гориховый Дим», там бизнес-модель построена решение социальных проблем таким образом, что они производят выпечку и делают кеттеринг выездной, а полученные средства они инвестируют в центр, по, где проживают обездоленные женщины. И вот я сам являюсь основателем, социального предприятия, открой себя и руководителем социально ответственного бизнеса а, «Техноимидж». Поэтому у нас бизнес-модель социального предприятия такова, что мы оказываем платные услуги по обучению, а, по консалтингу и по менторским сессиям а, под управленческие программы, лидерские программы развития и взрослых, и молодежи, и обучение по системам активных продаж. А полученные средства мы реинвестируем в наши социальные проекты, которые наша общественная организация, лидерское движение, открою себя, имеет порядка 19. Олега, а что стало вот тем моментом, когда вы начали заниматься социальным предпринимательством? Спасибо за данный вопрос, потому как он связан с целой пятилетней эпохой э, странствий и Я поиска. Говорю, чуму, чуму. Э, да, и поиска э, верной модели э, долговременного существования нашей общественной организации. Мы ведь начинали наше команда «Открой себя», как общественная организация. Увеличивали количество социальных проектов, дошли до 19. Но вы знаете, не всегда хватает личных ресурсов, либо членских взносов на развитие и покрытие всех расходов, связанных с социальными проектами. И мы, мы столкнулись с серьезными ситуациями жизненными, когда нужно было инвестировать, а у нас с этим были проблемы. И мы сели и задумались над тем, что нужно научиться зарабатывать себе деньги на хозяйственные нужды, обеспечение деятельности своей общественной организации и помогать развитию наших социальных проектов. И мы начали мониторить, какие из услуг мы можем оказывать платно, в чем у нас достаточный опыт. И вышли на ту бизнес-модель, которую имеем. И вы знаете, когда мы начали помогать себе зарабатыванием денег, и зарабатывать себе на хозяйственные нужды и вкладывать на социальные проекты, то нам стало жить и творить намного легче, потому как была уже финансовая опора. Поэтому мы видим социальное предпринимательство для общественных организаций. Это как раз возможность э, долговременно и успешно существовать, благодаря той бизнес-модели, которая позволит покрывать свои хозяйственные нужды. А навищу коммерческим предприемством, заниматься социальным предпринимательством? Тут я хотел осветить две вещи в этом вопросе. Многие путают социальное предпринимательство и социальную ответственность бизнеса. Если социальное предпринимательство – это бизнес-модель решения социальных проблем, и 100% этот бизнес будет направлен на социалку, то социальная ответственность бизнеса – это правило баланса для ведения думающего бизнеса, который думает не только о том, как вынимать всяческие ресурсы с территории работы бизнеса, либо территориальной громады, которая находится на территории а работы и бизнеса. Да, но и возвращать благодаря каким-то посильным социальным вложениям. Не обязательно деньгами, но и ресурсами компании. Это рабочий персонал, активы компании и так далее. И на опыте нашего социально ответственного бизнеса мы начинали с одного-двух социальных проектов, а дошли до 15-17 проектов и увидели, что со временем территория, на которой работает наш бизнес, она не в прекрасном состоянии, и нужно немножко взять на себя ответственность, а не искать по кругу государства, власти, кто сделает все и решит все проблемы. но ну вот, и мы посмотрели, что всем людям, которые живут на этой территории, не так хорошо живется, много социально обездоленных слоев населения и так далее, и мы начали буквально с одного-двух проектов помогали и храмам и церквям материальной помощью в нашем регионе и дошли до ряда проектов, используя как раз ресурсы компании. То есть у нас сам бизнес -то технический, мы ремонтируем погрузочную технику. И мы поняли, а почему мы должны ремонтировать только технику ради получения прибыли. Мы можем ремонтировать, например, детские площадки, ремонтировать инвалидные коляски, ремонтировать в школах соответствующие технические вещи, то, что нам по силам. И таким образом мы проявляли свою социальную ответственность. И теперь возвращаясь к вопросу, зачем же коммерческим предприятиям делать социальную составляющую своего бизнеса, то есть новое направление социального предпринимательства. А ведь существует такая гипотеза, что в будущем все или большинство предприятий будут социальными потому как гнаться только за прибылью и всего лишь за прибылью, не видя в своей деятельности хотя бы узкий сегмент социальной составляющей, это путь в никуда. Наша команда и команда вообще экспертов, специалистов, которые работают в Украине на сегодняшний день, провела параллель между обществом наших отцов и дедов и нашим обществом. И увидели банальное отличие. В обществе наших отцов и дедов не было частного бизнеса. Все предприятия, заводы были государственными. Все общественные объединения, структуры работали тоже на государственной платформе. И государственный бюджет сам по себе был э, могучий, 100% составляющий всю выработку э, территориальной громады и всех организаций, которые были. На сегодняшний же день, если посчитать накопительный объем бюджета малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса и крупнейших наших корпоративных структур, то э, этот бюджет будет намного больше, нежели государственный бюджет. И если вот эти люди в бизнесе, эти хозяева, собственники, учредители, директора, топ-менеджмент, не начнут видеть в своей деятельности в будущем часть социалки, то м такая модель, она будет нежизнеспособна, потому как будет увеличиваться только разрыв между обществом и бизнесом. Поэтому вот социальное предпринимательство, это и есть объединяющая модель, с одной стороны, бизнес, с другой стороны, общественные все вопросы и проблемы в лице общественных организаций, которые оказывают содействие в решении проблем. И с третьей стороны, власти. Почему власти, вы спросите, потому как э, местным властям э, лучше видно, какие наиболее актуальные проблемы существуют на данной территории, где больше всего очагов и куда можно направить ресурс бизнеса э, для решения социальных вопросов. А с чего м, треба начинать? Вы знаете, это самый сложный вопрос у тех ребят, с которыми мы общались, и они вот только начинали свои социальные предприятия. Из положительного опыта я могу выделить ключевые две вещи, с которых нужно начинать. Первое – это увидеть целевую аудиторию социально защищенных слоев населения, которым бы вы хотели помогать либо э, кусочек территории, э, которым бы вы хотели пекловаться. Это можно погуглить, это можно пойти к местным властям, спросить, а в чем, собственно говоря, есть проблемы нашего района, нашего родного города, нашей области, региона, э, и принять для себя. Я хочу, допустим, заботиться о детях-сиротах, об инвалидах об обездоленных стариках или я хочу заниматься именно дворами либо дорогами либо лавочками которых не хватает и так далее и так далее и второе нужно увидеть после нахождения идеи второе это бизнес-модель потому как ваша бизнес-модель будет являться э, фундаментом стабильного существования вашего социального предприятия нужно увидеть на чем вы будете зарабатывать решая данный социальный вопрос. И здесь из опыта уже я рекомендую обращаться к тем го руководителям готовых социальных предприятий, либо экспертам в социальном предпринимательстве, которые знают э э базовое количество различных бизнес-моделей и могут порекомендовать, на чем здесь можно сделать бизнес, который параллельно будет решать данную социальную проблему, которую вы сами выбрали. А какие заходы у нас есть сегодня в области по социальному предпринимательству? Вы знаете, с второй половины 2016 года начала образовываться инициативная команда общественных организаций и социальных ответственных бизнес-организаций, которые хотели развивать социальное предпринимательство. Они объединились в рабочую группу и выступили с инициативой объединения усилий с властями уже, с областными нашими. И провести региональный форум «Равные права, большие возможности», который и прошел в облсовете в декабре 2016 года, одним из шести направлений работы которого стало как раз социальное предпринимательство. По итогам работы форума была выработана стратегия развития социального предпринимательства в нашем регионе. Был создан координационный совет, состоящий из представителей властей, общественников, бизнесменов, который проводил консультации с депутатами областного совета, депутатскими комиссиями в конце концов в марте 2017 года была принята программа развития семейной и гендерной политики, куда были включены пункты стратегии развития социального предпринимательства до 2021 года. То есть впервые на региональном законодательном уровне социальное предпринимательство получило свое развитие и росток. И вот буквально следующим плодом совместной деятельности общественности, бизнеса и властей, стало вчерашнее проведение э, в облсовете открытой панельной дискуссии по развитию социального предпринимательства в рамках региональной конференции и поддержки малого и среднего бизнеса. Наш час закончился. Я надеюсь, мы еще с вами встретимся у нас в студии. Дякую. Обязательно. Спасибо за приглашение. З нами в студії був Олег Величко, соціальний підприємець.